Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Там дома. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти. Ножом прямой. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен! Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь, пошли, нам надо вертолёт. Стой. Нам надо вертолёт. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Ничего, догоним. Так, стоп, мотор выруби. Черт, она жива. Альварес. Альварес. Эй, Альварес. Что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители? Погнали.
вряд ли много. Сейчас будет. Туда пошел. Двинули. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно и аукнулось. Эй, стой, стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, ща глянем.
Стоп, стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Слышь, а ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. Ты живой там? Да, да. Просто царапина. Этот придурок целиться не умеет. А сукин сын. Да нормально все. Он направляется вниз, к водопадам. Он потерял много крови. Далеко не уйдет. Обыщи его. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать, да, Лёха? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Леон, скажи. И тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Спасибо. Ты обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Давай. Давай! Лживая ты, паскуда! Давай. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже такие гнид, как Леон.
Подожди. Я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. Найду тебе применение. Сложить вместе и пойдет. Ну вот, да, годится. Ну, вроде ампутация мне в ближайшее время не грозит. Я думаю, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь Такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну, слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно, но только что не шарахаться всю ночь. Ох, блин. Я уже выдохся. Сейчас что-нибудь сдерем с его байка. Нет, мать что? Ах ты, сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. Нет, у меня идея получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну. Автозапчасти Крейзи Уиллис. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну что, ладно. Эй, что там Леон тебе всучил? Ну, это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ага. Ну, хорошо. Завтра берем препараты, отвозим к Такеру, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. А ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Погоди, там впереди не проехать. Осторожно. Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Готов? Ага.
Толкай! Вперед! Нет уж, ты не на месте. Подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Черт, это серьезно. Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Да уж, не слабо они здесь окопались. Ну и много им это дало. По мне, так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Ну ты глянь, а. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, можно мы тут посидим, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Хреново подыхать в такой душегубке.
Что, чуешь? Ах ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не. Чёрта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Пожалуйста. Дробовик сломаешь. А, точно. Опять туда намылился. Ты это о чем? Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, а тебя сразу находят. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел в тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. Перезарядить. Есть. Трофей. Thank you.
Здесь на байке не проехать! Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Всегда пригодится. Черт. Иди. Ну извини, я не нарочно. А чёрт, фрики!
Еще гнездо. Ага, да, ну и вонь. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Я сейчас, быстро. Вот так. Давай, погнали. Да, сейчас, секунду. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Нужно больше патронов. Ты что задумал? Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост, сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь? Я же сказал, не сегодня. Налетай, гады, боящие!
долбаные шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы! Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Что это? Huh.
Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее.